Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 105-е упражнение. Прочитаем задание. Прочитай, что нового ты узнал об этой птице. Спеши. Найди, подчеркни все знакомые орфограммы. Устно объясни написание слов. Давайте выполним задание. Сокол – хищная птица. Отличается острым зрением и быстротой полета. Древнерусское слово «сокол» имело значение «искать», «отыскивать», «следить». Сокол преследует добычу. Природа дала ему грозное оружие – серый глаз с холодным взором, угрожающий клюв, лютые когти. С древних времен у разных народов сокол был охотничий, ловчий, птицей. На Руси соколиная охота была известна уже в X веке. Обратите внимание, все орфограммы мы подчеркнули. Вернемся к заданию. Найди в тексте и назови однокоренные слова. Первое. Сокол – соколиная охота. Древнерусское – на Руси. Древних – древнерусское. И зрение – взором. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.